Современные проблемы охватывают все человечество. Они распространяются очень быстро по земле. Юлия Серкова работает в 6-й гимназии уже почти 30 лет. За это время учитель истории и обществознания получила немало наград. В таком масштабном конкурсе приняла участие впервые. И вот в День учителя своей победы она сделала подарок своим коллегам и всему городу. В этом году мне посчастливилось участвовать в конкурсе. Он проводится всего второй год, то есть относительно новый для нашего педагогического сообщества. Этот конкурс называется «Преподавание истории, традиции и инновации». Посвящен этот конкурс столетию революции. От презентации до методики преподавания. На конкурсе было представлено более 500 эссе преподавателей из разных уголков страны. Со своей работой муромский педагог вошла в 70 лучших, а затем стала победителем. Юлия Борисовна в 2014-2015 учебном году заняла первое место в профессиональном конкурсе «Учитель года». Затем в областном конкурсе 2016 года Юлия Борисовна защищала честь округа и стала второй. Учитель с большой буквы. На сегодняшний день Юлия Борисовна высокопрофессиональный педагог. Педагог высшей квалификационной категории. Юлия Борисовна – это наша гордость. Одержать победу в педагогическом конкурсе помогли не только ум и талант, но и поддержка коллег и, конечно же, любимых учеников. Это очень хороший преподаватель, она рассказывает на наших уроках очень много интересных вещей. Именно благодаря ей я выбрала свой будущий жизненный путь, и именно благодаря ей я хочу пойти на международные отношения. Это учитель, который всегда находит подход к каждому ученику. Мы очень любим таких преподавателей, которые освещают нам такие важные и значимые проблемы. Мне очень интересно на уроках Юлии Борисовны, она очень интересный преподаватель, человек. Я очень много узнаю на ее уроках. Превосходный преподаватель. Я очень горжусь тем, что она выиграла на таком масштабном конкурсе. Мы все ее очень любим. Свой профессиональный праздник учителя из рук министра образования Юлия Серкова получила диплом за первое место и денежный приз в 300 000 рублей. Мария Жукова, Николай Молодюнов, Новости Мурома.